Люберецкая спортсменка Диана Ермакова выступит на международных соревнованиях по боксу. Чемпионат будет проходить с 10 по 24 апреля в польском городе Кельце. Кроме Дианы, в состав сборной команды Московской области вошли еще 7 спортсменов. В истории российского бокса это первый случай, когда от одного региона на первенство мира среди юниоров едут сразу 8 человек. Напомню, в прошлом году Диана Ермакова заняла первое место на чемпионате Европы среди девушек до 48 килограммов. В финальном бою она одержала уверенную победу над соперницей из Испании.